Как написал подписчик Юрий Авер, уже хрюкаю от радости. Какие-то подобные чувства я испытываю, друзья, когда сажусь записывать для вас очередную часть прохождения фановой, веселой, позитивной и очень классной игры Hawks of War. Это часть номер 5, друзья, мы продолжаем прохождение кампании. Давайте будем проходить последнюю миссию на континенте Хослет, который образует голову вот у этого континентального свина. Ну что ж, это пока что все еще разминка, друзья. Первые миссии на первом острове – это такая подготовка к более жарким замесам. Но это хорошо, игра постепенно нас готовит. Штаб-квартира, наглое вторжение. Враг нахально опустошил небольшой остров, часть Хослида. Со своими парнями устрой там шум, покажи им, как они заблуждались. Секретно, майор и гремли. Убежище предназначено для укрытия, захвати эту землю для контроля над Хослидом. Все понятно. Посмотрите, какой слегка озабоченный Вирту, ну, в смысле озадаченный, спускается на парашюте. И мы начинаем, друзья. Сразу показывая вам, вон там есть такой, видите, ящик со знаком вопроса. Это такой сюрприз в виде еще одного свина-противника. Можно сейчас начать его атаковать, тем самым достав оттуда. Но пока не будем. Лучше забрать сразу вот эту аптечку. Потому что он ее любит брать. Вот этот дядька. Ну и попробуем размочить из базуки, кинув ему хорошую плюху через мостик. Так, давайте поставим вот так. Ну, вроде не промахиваюсь. Ты сам напросил. Ай, можно было и на 40. Но ничего, водицы чуть-чуть испил. В целом, позитивный выстрел. Приготовься к встрече с предками. В обмен он дает нам дробь. И, кстати, неплохо попадает. И вот он, жирный, крутой спецагент Декстер, у которого на этой карте будет специальная секретная диверсионная миссия, называющаяся под кодовым названием, я бы сказал, «Плывущий Декстер». Он должен проникнуть в тыл противника и разворошить это гнездо изнутри. Поэтому здесь мы подкрепляем его и без того жирного персонажа. И, друзья, перебираемся. Вот тут трое вместе с медиком. Я думаю, что стоит начать вот с этого дядьки. Это базутчик. Так. Отправим его освежиться. Попытаемся это сделать. И раз, и два. И теперь убегаем сюда пониже. Так. Операция прошла успешно. Испил водицы. Пусть одна мина и не максимальный урон нанесла. Вот Бобби Джоя надо беречь. Он у нас единственный, кто не имеет никакого улучшения. Так, Адеф. Адеф, тебе хорошо было бы так кинуть гранату с веселящим газом, чтобы поразить вот этих двоих. Но это, конечно, из рода фантастики. Может быть, даже не знаю, не спешить с этим. Ну или попробовать поразить хотя бы одного. Ладно, это сложно, но давайте попробуем. Может, хотя бы одного мы заразим. Как-то вот так, с такой интенсивностью. Так, одного получилось. Он впитал там настолько за всех. Ой, хорошо, хорошо надышался. Смотри, там связной. Это, наверное, было месть за то, что связной не дал ему вакцину против этого газа. Так, тебе надо кого-то подлечить, а потом двигаться туда. Но тут у нас кто? Только Адеф, и он в лечении не нуждается, так что я сразу буду перемещать медика туда, поближе к Вирту.
долго думал, потратил много времени, но теперь надо быстренько успеть взять эту аптечку и дать урон. Думаю, что по тебе. Так, на пригорочек встал. А может гранату ему кинуть? Давайте гранату ему кинем, друзья. Ребятки, нас вестите песенку. Эх. Чуть-чуть не рассчитал. Ой, Декстер. Окунется. Чем могу помочь? Терпимо. Так, ты должен будешь получить исцеление от медика. На мосту лучше не оставаться. И он разрушаемый. А вообще, сюда должна десантироваться аптечка. Я встану на это место. Может, угадаю. И он ее получит. Так, а теперь надо куда-то закинуть гранату. Я не знаю, докинет ли он ее туда. Туда точно нет. Будем пробовать туда. На максимум швыряем. Цель поражена, сэр. И вот это появление внезапное. Внезапное для тех, кто не знал, что в этом ящике, или кто в этом ящике, но мы знали, что здесь коварный такой японский, как там его зовут, фэншуй. Прикольно. Так. Чем могу помочь, сэр? Надо его оттуда снять. Получится ли у тебя, Вирту? Мост может помешать, но я попробую. Кто твой отец? Это был просто выстрел в лоб. 100% меткий. Тут с дробаша раскрашивает. Так, ну что, пришло время, хотя я бы все-таки лучше тобой занялся. Ты у нас парень болеющий, тебя бы еще окунуть. В общем, побыстрее надо тебя выводить из игры. Медик не так опасен, так что держи вот это. Ай, Декстер, Декстер, Декстер! Успел! Успел, друзья, я в убежище все-таки запрыгнул. Я не ожидал, что буду упираться в динамит. Хотел в то убежище, но все равно успел. Это очень-очень круто. Вот тебе. Я решил раскошмарить убежище. Вы не играете с моей жизнью, сэр. Так. Разведчик. Сколько у тебя жизней? 76, да? У нас ничего такого нет. Можно дать с винтовки, можно его ножом столкнуть и искупать. Но лучше из винтовки. Ну, угадали с позицией? Как приятно. Плюс 50 нашему слабому хряку. Я предпочитаю борьбу, включающую в себя борьбу без настоящей борьбы. Давай, давай, предпочитай. Привет, мама. О, у тебя есть работа. По лечению. Там Вирту ждет помощи. Вот этот парень может в итоге поставить динамит. Надо его опасаться. Шикарно. Восстановили, подлатали. Будем дорабатывать. Ваши души спасет только рок-н-ролл. Ой, хорошо. Там просчет был до миллиметра. Вот и молодец. Победа уже не за горами. Деловой. Отправил на корм рыбам. Вот так. Но медик тут ничего не сделает с Декстером, потому что он в убежище. Он успешно проводит спецоперацию «Плывущий Декстер».
он не успел чуть-чуть взорвать. Если бы раньше бахнул, то 30 бы снял. Так, надо... надо действовать. Конечно, сэр. Стреляю, сэр. Кидай, сэр. Порядок. Ты уже водицы испил. Потрясающе. Посмотрите, как классно прорисована анимация этих хряков, когда они двигаются. Ну, прямо классно. Для PlayStation вообще. Ах ты, мерзавец. Так, заставил болеть. Вирту. Медик. Еще раз сможет оказать помощь. А с этим нужно что делать, потому что у него столько жизней. Жирный, крутой. Свин. Вирту здесь, по сути, с двумя борется. Ой, это я сейчас еще себя продамажу. Хотя нет, все-таки... все-таки правильно высчитал. И минус мост. Динамит. Да, я ожидал этого. Просто сейчас еще плавание. Посмотрим, куда откинет. Вашего покорного слугу, ну как раз к медику поближе. Так, Декстер, продолжаем спецоперацию. Идем купать следующего кренделя. Не успел. Но зато дали урон. И отправили его сюда к Адефу. Адеф тут уже с ним поработает. Теперь он твой. Так, первое убежище развалили. Тут у него так не очень хорошо 41 жизнь. Его надо искупать на одну жизнь, чтобы потом... О, во, вот так, отлично, да. Можно было с выстрела доработать по нему и оставить одни сапоги поросячьи. О, это плохой выстрел, как мне кажется. Давай, 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 братишка. Ну ты долго как-то так выбирался. Так, надо оказать помощь. Обязательно надо оказать помощь. Мост, все. Так, а это сложно тогда, я не знаю. Это вообще нерадостная ситуация. Ну ладно. Давайте тогда кидать гранату. Потом посмотрим. Вот с этим потом возиться. Меня беспокоит, что Вирту больной. Он просто вот тут ныкается. Надо бежать туда. Всеми. Да, сэр, конечно, сэр, стреляю, сэр. Тридцать одна жизнь, вот тоже не то не сё, гранатой не убьешь. Да. Ай, можешь не успеть. Давай, 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 дорогой, давай. Становится все сложнее, друзья. Все
все хардкорнее. Так, Вирту, ты должен его вынести. Это уже вопрос просто жизни или смерти. Теперь я твой папочка. Может, ты просто сам возьмешь и утонешь? Все враги обязаны погибнуть. Декстер, сколько тут? 52, да? Или лучше с этим закончить? Вопросы, вопросы. Ладно, давайте с этим закончим. Пум-пум-пум. Да, поплавай, поплавай. Это хорошо. Закаливание, это очень хорошо. Можно еще чуть-чуть. Вы не играете с моей жизнью, сэр. 130 у Адефа, и вот им пойдем к такому же визави. Интересно, на далеком расстоянии был вот этот дядька проанимирован. У Хрюка 20 жизней, я волнуюсь, конечно. Отлично, отправь их всех на небеса. Кого он выберет? Напряженный момент, выбирает Адефа. У меня есть оптимальная формула разрушения. Привет, мама. Так. Тут можно поплыть. Сколько у него там еще? Не, он еще живой. Относительно живой. Ай, мимо. Давай. Ныряй. За империю. Вот эти пистолетные расстрелы на берегу. А там же ж может медик вылезти еще на пакость. Лучше его под мост прятать. Вот тут и стой. Под мостом в секретном месте. Если бы мы играли в Final Fantasy 15, там был бы предмет под мостом. 50 жизней, живем пока сколько у него. Мне не нравится, когда такой вид. Не могу посмотреть. Так, ну давайте как-то так кидать. Тут уже сложно просчитать. Вот так. В этой игре только один победитель. Я. Да. Хорошо. Отлично. По моим наблюдениям, это очень хороший удар.
Декстер, тебе надо выкуривать его оттуда. Может просто поставить мину. Вряд ли он, конечно, на нее наступит. Но можно попробовать где-то здесь. Нет равных, справился с операцией, просто разворошил гнездо, как было запланировано. Так, а теперь... Да, постреляй, пожалуйста, еще по Адефу. Не надо по... Да не надо по Вирту, но он будет все время ходить и бить по нему. И это меня пугает. Если ты одержишь победу, то в твою честь мы устроим настоящий парад. Поближе подойду, чтобы он выбирал все-таки нас. Они заставили меня это сделать, извините. Да, сработало. Оружие заряжено. Теперь я стреляю. Ага. Так, ну а теперь я не стреляю, а рискую. Я надеюсь, он все-таки доплывет, потому что это очень важно. Только вот туда нам нужно доплыть. Сложно, сложно. Может где-то есть вот тут, например. Ну давайте. Умничка. Бирхов, ты как всегда мне помог. Не только на канале, но и просто в войне свиней. О да, теперь он твой. Очень личный приказ, сэр. Тут мы ничего не сделаем, просто придется еще раз впитать урон. Я так понимаю, что туда даже не долетит. Ну да, очень далеко. Так, а вот следующий будет ходить Вирту, и он должен привести команду к победе окончательной. Тут постараться надо. Не промазать. Ну давайте вот так. Проглотите-ка это, кретины. По моим подсчетам, я в очень плохой форме. Ты беспрекословно выполнил мой приказ. В знак благодарности я решил отправить вам новые припасы. Да, мы, кстати, могли бы получить за его убийство боеприпасы, но миссия выполнена уже, друзья. Приятно это видеть. Получаем два бонуса. И первый континент пройден. Знай своего врага. Помните, никогда не стоит недооценивать своего противника. Вы только посмотрите на них. Если им вскрыть череп,
то вы увидите, что у них крохотные мозги. Но у них довольно злобный взгляд. Они такие же, как вы, лопают все подряд. Прямо как настоящие свиньи. Помните, вы должны остерегаться их ужасного оружия после обеденных газовых атак. Такс. Прекрасно! Мы захватили остров Корыто. Это было не так-то и сложно, не так ли? Но это только начало. Мы собираемся захватить всю Австралезию и все ее запасы помоев. И теперь улучшим еще Декстера. Улучшим Вирту. Нужно тебе выдать тоже какой-то ранг. Кем же сделать его, друзья, в этом прохождении? Думаю. Ну пусть у нас будет... Наверное, два инженера, хотя. А давайте лучше я еще подумаю. И мы с вами в следующей части закончим улучшение и пойдем выполнять следующую миссию.